Приветствую всех, уважаемые друзья. С вами Костян, ну и как всегда Петрович, ё-моё. Давно с вами не виделись, нет времени. Работаю, так что особо, так скажем, не до игр. Ну, с Петровичем выбрались на рыбалочку. Мешки новогодние с подарками, ё-моё, надо открыть. Выловили все. Все как положено, выловили. Так, инвентарчик, подарочки. Все позабубенили. Даже 7 дней приема, это все, наверное, прошлогоднее еще. В общем, что, друзья, будем пробовать открывать халявные подарки, да? Посмотрим, чем нас удивят мешочки. Так, 5 штучек у нас первых. Погоним с первого сразу распаковать. Бах! Крючок маленький, 14-й. Ну, как бы Петрович о нем мечтал. Позолоченный такой, светится весь нормальды, пойдет. Так, открываем следующий. Пат, еще один крючок. Ну, Петрович бедный, ему крючков-то не купить, как бы, да. Говорит, кованый, тоже весь в позолоте. Пахаем третий мешочек. Опа-на! У-у-у, каша кукурузная, но как же нам без нее, да. Бывает, Петрович и сам ее перекусит. Мало ли, голодать будет. Так, поехали дальше. Бах! Поплавок! У меня в том году я точь-точь вот такой же поплавок вытащил в мешке. Я помню. Значит, нынче будет... Ничего не будет в мешках. Вот. По-любому. Тут где-то в чем-то подвох. Но такой у меня уже есть. Ну ладно, пойдет. А чего на халяву-то? Так, 4 мешочка. Поехали, 5-й. Бам! О, это что такое, абонент? А, билет. Полный тариф Б, 5 дней туда-сюда, промокод на настоящую яхту, если через телефон на там приложении это промокод снимешь, да, ну, по-любому это где-нибудь на яхте поплавать Петровичу. Так, не знаю я, откуда этот билет. Ага, поехали дальше. Какие у нас там мешки-то, сейчас посмотрим. Зелененький мономешочек. Такой со снежиночкой. А их 2 штуки, да, получается? А, 3 вообще даже. Все, погнали. Бабах! Это тоже. На запивку, короче, ну, на отдыхе там, туда-сюда. Это мы в том году тоже выигрывали, я помню. Так, поехали. Оба-на! Ангара! Опять ангара. То же самое с прошлого года. Он, наверное, уже прокис тут, конечно, немножко. Ну, ладно, ничего. Погнали дальше. Бабах! Еще ангара. О, Петрович, значит, наверное, самогона по любасу вытащит в каком-нибудь в этом. Это на похмелочку просто, чтобы сушничка не было. Столько много напитков. Так, что там дальше идет? Красный мешок, да? Красный с елочкой. Угу, 2 штука. Поехали. Бах. А это что такое? Бойло, да? Да, это какие-то бойло. Ну, когда-нибудь, наверное, пригодится Петровичу по-любому. Что-нибудь замутит. Пойдет. Погнали дальше. Оп. Чепрага. Ребят, я не знаю, что это такое. Спирт. 17% оборот. Это какой-то такой легенький напиток. Ну, это все подходит, наверное, к самогоночке. По-любому где-то пузырь такой большой будет. Стеклянный, мутный. Чепрага, ладно. Так, гоним дальше. Ай, мешочка. Синенький. Полосочку. Вот такое. Бабах! Бред. Прочность 15,6. Да ё-моё, лучше бы уже какой-нибудь шнура там 1000 метров дали бы. На осетрину. Ладно, блин. Так, погнали дальше. Зелененький полосочку. Бах. Медовуха. Вот это уже другой разговор. Петрович говорит, вот это да, это уже нормально. А то все какое-то там... Лимонад, ё-моё.
Медоуха — это уже другое. Тут почему-то градуса не написан. Может, такая подпольная, а? Так, зеленый открывали, да? Теперь красную полосочку. Самогон. Бах! Spirit of Siberia. Или что тут написано? Нормально. Блин, Петрович вообще алкашек гуликом сделает, а? Ему когда рыбу-то ловить, только пить. Погнали дальше. Так, мешок какой открывал? Красный, да? Теперь пошел синенький, вот такой вот, да? Угу. Бабах! Рыба мечты. Да с того года это валяется рыба мечты. Никуда она не надо. Бесплатный купон на один заказ. Узкая рыбалка 4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Вот эти два я знаю, что это премиумные. Дальше получается какой идет, наверное? Зеленый, да, вот этот? Зелененький. Пах. 7 дней према. Вот они уже висят. Наверное, с того года это 7 дней. Я бы знал бы, я сейчас на 7 дней не брал бы. Премиум аккаунт этот нафиг. Что-то я забыл посмотреть. Вообще уже забыл толком, как играть в рыбалку. Так, ну и чего? Катушкам она будет? Петрович мечтает что-нибудь такого-то хорошенького. Ё-моё. Ё-моё, блин. Дай бог не будет. Погнали! Чё? 14 дней према. Нормально, да? За 2 года. Халявных. Тоже хорошо. Бабах! Ну, понятно, чё. Это Петровичу после медовухи-то там и водочки. Догнаться, если хватать не будет, да? Ну и чё, крайний мешочек, ребят. Понятно, я уже понял, что тут будет. Вот такой вот. Вот такой вот. Чудо-аппарат. Та-да-дон-тон-тон. Губозакаточная машинка называется. Вместо какого-нибудь нормального призика, там катушечки или чего-нибудь такого. Ну, хорошего. Ладно. С Богом, как говорится. Пам! Две порции. Царская, царская. Что-то там оборотов не понимаю мало. Короче, вместо хорошего подарка, как и всегда, РР4 дарит вот такой хороший, хорошенький аппарат, который закатывает, наверное, всем. И так сильно, что ай-яй-яй. Не знаю, может, у кого и были прикольные призики, какие-нибудь катушки или что такое дорогое, блин. Сообщайте там, кто знает, что в Дискорд. Тудой-сюдой. Я думаю, кто был со мной долгое время, тот помнит Дискорд. Все там же так же есть. В общем, чего, друзья, ни хрена Петрович не выиграл. Всякую шляпенцию. Вот что я могу сказать. RR4. Играю сейчас редко, ребята. Работаю. Особо как бы не доигра. Ну и поигрываю в танчики. Mortal Tanks. Поигрываю в Герои Генерала. Склад там. Ну, тогда, когда не особо задолбался на работе. И туда и сюда есть немножко времени. Бывает, провожу его за компьютер. Такие вот дела. Баньку, ребят, построил, но не достроил. Уже два раза мылся, топил, парился туда-сюда. Надо еще будет делать отделочку перед банники, ну, то есть в зоне отдыха. Вот такие вот дела. Потихонечку поработаем, все сделаем. Помаленьку, потихоньку, как говорится. Друзья, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем всего самого наилучшего, всех благ. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Я думаю, скоро это случится, так сказать. Надеемся, что все это быстро закончится. Так что так, друзья, стримчики будут, наверное, по возможности. Никуда не пропал я, ничего как бы. Но по работе устаю сильно, особо не до стрима. Такие вот дела. Все, друзья, рад буду
всем, кто посмотрит, там лукосик жмякнет, не жмякнет. Я сейчас даже не знаю, что там с Ютубом творится, что у них там позакрывали, понакрывали, открывали. Вот такие вот дела. До скорых встреч, друзья!